Брест уже который год признается самым благоустроенным городом Беларуси. Каждый житель старается внести свой вклад в его комфортность. Но, несомненно, работа коммунальных служб – это первостепенно. Их служба круглогодична, и каждая пора года имеет свои особенности. Осенью город приводит в надлежащее состояние к зимнему периоду. Проводится уборка листьев и мусора, покос травы, посадка деревьев и кустарников. В осенний период достаточно много листвы на городских территориях. Уборщики территории, у нас их порядка 200 человек на территориях задействовано, они выгребают ручным способом, граблями грузят ручным способом в машины, вывозят на специально отведенную площадку. Уборка города – дело непростое. Да и к тому же это тяжелый физический труд. И тут на подмогу человеку приходят машины-пылесосы, триммеры, воздуходувки и прочая техника. Техническая составляющая коммунальника, довольно-таки серьезная. С ней работают только те сотрудники, которые прошли специальное обучение и имеют доступ. Но все-таки основными орудиями труда и самыми надежными помощниками по-прежнему остаются метла и грабли. Мы работаем граблями осенью, в основном граблями. Веники у нас, помощь у нас есть воздуходувка. Всегда присутствует с нами воздуходувка, выдувают, мы собираем это самое. Где не может подъехать под пылесос, там мы собираем мешки, листво. Люди на нашу работу реагируют по-разному, потому что наша работа, как таковой, ее не видно. Одни говорят, что это ваша работа, вы за это получаете деньги, и вы обязаны это делать. А другие идут и по несколько раз нам говорят, спасибо большое, спасибо, наш город очень чистый, наш город очень красивый. Применяем достаточно большое количество средств механизации, и это транспорт, и это средства ручной механизации, такие как, допустим, воздуходувки, так называемый ранец на спину, специально отведен рукав с воздухом. Ручным способом выметает достаточно эффективно, применяется. Также у нас задействованы новые машины типа Бродвей, пылесос на базе МАЗ. Это тоже достаточно эффективно происходит и по тротуарам, и по проезжей части. То есть листвы много, это только начало, еще предстоит достаточно большой труд. Но мы готовы. С каждым годом парк средств автомеханизации коммунальника пополняется новыми помощниками. Не исключение и 2023. Буквально неделю назад мы приобрели такую специальную технику, называется «Чистодор». Это по типу импортной «Бродвей», которая проезжает по проезжей части, в прилотковой части собирает весь мусор, то есть и листья в том числе, по элеватору загружает в большегрузный МАЗ. То есть это достаточно производительная машина, которая очень облегчает ручной труд. 16 октября в областном центре стартовал месячник по благоустройству и наведению порядка. Поэтому активная фаза приведения города еще впереди, а потому всем брещанам следует подключиться к процессу. В рамках месячника по благоустройству будет проводиться достаточное количество субботников, где мы будем совместно с горосполкомом, с администрациями районов привлекать общественность, разные организации. Будут проводиться субботники на городских территориях. Также жителей города просим где-то поучаствовать, и нам будет легче. Виктория Гапутина, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.